Яру, мои маленькие любители, покушайте. Мы продолжаем наше путешествие по миру ванильного Майнкрафта. В прошлой серии я нашел какое-то ответвление основной деревни, где не было жителей. А Ильюша же нашел основную, где и ныкли все жители. Так как наша цель их была просто найти, мы их замуровали, немножечко ограбили деревню и решили найти местечко, где бы можно было бы основаться. Но в деревне мы жить не остались, поскольку я побоялся, что наш Ильюшка, любитель маленьких жителей, может сотворить с ним что-то неладное. Do you want to trade? Не хочешь ли ты поколдовать? Ой, блять, поторговать? Ну типа... О, я нашел двух маленьких жителей. А давай их запрем всех. Страхивать. Ха. Страх? Что, блять? Чё? Ты чё, блять? Все, их запер, они теперь будут страхиваться. О, смотри, какая там прикольная гора, в ней дырка. Да, я в дырку хочу. Член. Да. Не, еще есть прикольное место. Здесь хочешь? Да, смотри, прям под горой. Можем прям карие. Типа сделать какие-нибудь подпорочки такие, чума будет. Окей. Какой у нас красивый дом получается. Прям пиздец. Какой он безопасный, ты понимаешь? Кстати, да, безопасность вообще на высоте. Безопасность прям второе имя. Все, я ебанулся, да. Должны же быть чешуйницы вылететь с тревог. Каких? Которые, ну, из которых такая, это, дымка, типа. Пошли, поспим. Пойдем в пещеру. Ты предлагаешь? Пойдем исследовать пещеру. Друг. Пошли. Ты чё, как гей, блядь? Сука, блядь. Она у тебя. Ставь кровать. Ставь ты. Ставь. Я не поставлю, пока ты не поставишь. Сейчас. Ставь сюда. Можно двухэтажный спать? Я уже. Давай, залазишь. Все, спим. Ну окей. Я сейчас умру. Сань, да? Сань, сейчас больно будет. Стань, вообще не больно. Блять, а зачем я ее сломал? Я ебу. Копаем, короче. Ты хочешь прям так копать? Да. Я думал, пещеру найдем. Под себя что копать? Я хотел пещеру найти. После нахождения дома мы решили врываться в землю за поисками ресурсов. Илюшка решил выкопать свою шахту, но я, посчитав, что ресурсы легче искать в пещере, отправился на поиски приключений. Я уверен, что я на шестой копаю, потому что я тут даже железо не нахожу. Пизду тебя, я пошел искать шахту. Сань, шестой — это самый конченый левел. Я всегда на нем копаю, блядь. Блядь, поэтому он и конченый. Но все же, конечно, закончиться хорошо не может. И пока я искал пещеры, наступила, конечно же, ночь. Орды монстров решили выйти наружу. А я решил, что посражаться с ними не такая уж плохая идея. Ну, в общем, конец истории был, как всегда, ожидаемый. Крипер, иди ко мне, Кися. Привет. Слишком их много. Блять. Сказать мои координаты. А ты там есть еще? Я в самом начале. Как вы правильно могли понять, я заспавнился не на кровати, а на спавне. А от спавна до дома было около 2000 блоков. Пока я добирался, успел потерять все вещи. То ли не задеспавнились, то ли я их место найти не смог. Останется для нас загадкой. Все это действие отбило у меня желание идти в шахту на некоторое время, и я решил обеспечить нас едой, банально высадить грядки. Я сейчас сделаю ведро. Есть ведро. Вот, я сейчас пойду посадки сделаю для еды, чтобы была. Я сразу приношу свои извинения за то, что вам приходится видеть тестовую информацию о моем компьютере в левом верхнем углу. Это связано с тем, что моя видеокарта очень любит шалить, и мне необходимо было мониторить ее показатели, чтобы убедиться, что проблема именно с ней, а не с другими комплектующими, поскольку мой комп вытворяет какую-то дичь. Но об этом в другом ролике.
Ну а так как для посадок нужно место, мы решили переехать под гору, в более равнинную местность и уже обустроиться там. Где ферму строить? Где ты планируешь дом строить просто? Не знаю, сын. Мы же тут хотели обустраиваться. Окей, значит здесь строишь. Хотя не, мне здесь не нравится. Мне не нравится это белое, какое-то мрачное. Давай посвим тогда и съебываем это. А, ну у берега руки, что ли? Ну, типа, да. Давай. Ты что делаешь? Подвальчик. Зачем? Чтобы какой-нибудь крепас не подошел, такой не ебнул нас вместе с этими предметами. Потом мы 2 часа не разбирались, где у нас еще лежало. Окей, я пошел ферму строить. Заодно я решил сделать и ферму коров. Цыпа. Пошлите со мной, мои хорошие. Идемте ко мне, мои девчоночки. Оп. И закрываемся мы отсюда. Оп, все. Ну что ты не делаешь сразу автоматически, чтобы она располагала? Я не люблю этот фильм. Я лучше вручную велю. Прям тебе говорю. А, это корова, я думал, ты на курицу делаешь. Ну, в смысле, ты курицу. Ага, курица на цып идет, что ли, по-твоему? Как бы да. Ну, корова у меня тоже шли. Сань, ты в Майнкрафте, Сань. Блять! Люха, нападают! Сука! Взорвется! Сейчас. Еще один. Может, пластинку выбьем? Поздно. Понял уже, блядь. Сука. Это освещает эту территорию. Да ты чё? Да. Ты чё, не знал? Может, поспимся для начала? Может, отобьемся для начала? Нам не дадут поспать. Давай быстрее, там крипы справа. Предлагаю съебать отсюда. Ну ладно, давай попробуем. Спать. Настроил тут своих мостов. В курсе, что Вадим быстрее проплывем, чем будем бегать сквозь мост? Нет. Построй-то хотя бы нормальный, декоративный, не так равно. Это временный. Пошли, помогай, елку добывать. Зачем они тебе? Дерево. Зачем они тебе? Дерево всегда понадобится. Хотя, чтобы сделать декоративный мост. Я камень буду добывать. Тебе не нравилось добывать дерево, копаться, то мы все это делаем. Наоборот. Ну да, ты копаешь это дерево, это камень. Не знаю, я что-то залип, молясь. Я тоже. Спи. Видишь, что я делаю? Саня! Ставь кровать. Не ебу. Нет, сука. Ты предлагаешь ливнуть? Иди сюда, тузик. Здравись, сука. Красавчик. Ну как-то так, я более-менее отсветил. Ага. Вот откуда ты вылез? Иди поспи. Ногами никто так не спит. Я Майнкрафт. Дверь сделал? Выкатался. Ачивки, сука. Сцуко. Сань, я... Стебусь на тему. Блядь!